Так, значит, ребята, сегодня я буду делать замен трубы своей, так как у меня плотно она не подходит и дымит. Потому что труба, ребят, видим, да, тут 70, я уже показывал, а тут вот есть вот такой люфт. И где люфт, там начинает дыметь. Значит, что я сделал? Я сделал заказ на... Вот где я заказывал вот это вот колено. У Сибтермы. Вот мне пришла посылочка, кстати, с Омска. Шла недолго, что-то дня 4, по-моему. Я за пересылку, короче, 800 рублей отдал. И плюс за каждое такое колено по 270 рублей. Вот. Ну и там еще, естественно, сам коврик, ребят, заказал. Вот он. Лежит коврик. То есть, чтобы мне палатку не сплавить, я хочу сюда вот сделать вот такой вот коврик, ребят. Вот так вот. Здесь нашью липучки, то есть, и, ну, чтобы не пришивать, не портить, не делать дыры тут, вот, я на липучках сюда и закреплю там чем-нибудь внизу. Вот такой вот коврик заказал. И трубы. Вот они, ребят, трубы сами. Тут получается сколько? 6 колен. Трубы, ребят, как раз вот под эту подугольную трубу. Вот они, 6 колен, значит, новые трубы. Тут вот маленько гнутая пришла. Ну ничего, мы сейчас ее выпрямим. Ну, в принципе, она, я так понимаю, вот так у меня будет все плотно теперь, ребята, стоять. Так, теперь колено. Нет, не так. Надо придется сюда вот колено, а потом уже сюда выводить. Вот так вот трубы выводить. Вот, у меня вот получится все родное, в общем, ихнее. Пришлось, ребят, дозаказывать вот такие вот новые трубы. Ну, а эти пойдут уже, эти тонкие, их надо будет чистить. Они, кстати, когда топишь пихтовыми дровами, либо смоленистыми, они начинают появляться там вот нагар. Не знаю, видно, не видно. Там вот такой вот нагар. Надо будет чистить потом. Оставлю их для палатки Алтай уже. Там уже родное все будет. А вот для этой специально вот эту вот заказал. Так что сейчас протопим. Вот не пойму, тут то ли ржавчина, то ли не знаю, с какого материала они сделаны. Ну, в общем, сейчас мы установим и затопим. Посмотрим, будет дымить, нет. Я не знаю, ребята, насколько длинная она мне понадобится сама, то есть вот эта вот труба. Это... вроде встала, там если что доправим. Вот она плотно прям встает. Походу, наверное, ой, ребята, одно колено, наверное, будет лишнее. Да, одно колено лишнее, ребят, заказал. Она и так, по-моему, длинная. А иначе она будет перевешивать. Да, она
перевешивает. Она и так палатку он тянет. Ну, в принципе, нормально. Сейчас затопим и посмотрим. Вот одно колено. Вот так вот. По-моему, она... Что-то она не плотно. Вот это, по-моему, поплотнее. А сейчас как раз топку заведем. Должно быть, я думаю, все четко. А, вот тут у меня неровно просто встало. Сейчас мы ее как раз прокочегарим. Посмотрим, что там у нас из этого получится. Посмотрим, да. Побольше. Бересты кинем. Сучковатая. Зараза. Ну, в принципе. В принципе, пойдет, наверное. Всегда в запасе зажигалочка. Вот сейчас посмотрим, будет дымить, не будет. А с одной стороны, она не должна дымить. А с другой стороны, черт его знает. Вот. Ребят, уже другое дело, уже дыма нет. Дым только в трубу идет. Вот эта труба потолще, она будет лучше тягу давать. Тут вот неплотно садится, то ли от веса. Туда я засаживал. Становится синяя. Значит, с титана, наверное, скорее всего. Не должна ржаветь. Да, вот тут вот палатка нагревается у меня. Так. Надо. Печка близко стоит. К окошку. Поэтому я хотел как-то вот так, что ли, придумать. Да, надо будет нашивать липучки. Становится как в бане. Невыносимо просто. Ну все, труба посинела. И она как слегка нагрелась. Ну да, вот одно колено. Ну ничего страшного, одно колено лишнее. Бог с ним. Пригодится куда-нибудь. Может, палатку куплю, потом другую, и у меня получается, может, больше возьму, потом одно колено выше будет. Вот это, ребят, называется батонинг.
И после батонинга происходит вот такое вот растрескивание ручки. Поэтому, ребят, ни в коем случае не рекомендуется хорошими ножами батонить. Потому что ножи разваливаются после этого. Сучок попал, видать. Ну, сейчас костерчик разведем быстро. Так, ну хоть заменили эту трубу, новую поставили. А то старая, ребята, труба была не старая, а родная труба была опасная. Тем более у меня родной не было угольного колена. Поэтому пришлось у другого производителя заказывать. А у него только такой диаметр трубы. Сегодня будем приготавливать пищу в армейском котелке. Сегодня взял с собой армейский котелок. Поэтому будем, ребят, готовить в нем. Ну, тут мне и на чай еще хватит водички. Не надо сегодня никуда за водой тогда идти. Ну, сейчас по кругу навожу. Ой, ребят, как чистит. Финочка. Пука. Животных сюда не привлекать, все очистки сразу сожгем. Тут и так шел что-то следы животных, то ли дикие собаки, то ли волки ходят, пасутся. Аллилуйя, вода кипит. Дема, я взял сегодня, ребята, косточку такую. Ну, мяско есть, но вот такая вот косточка. Сейчас мы ее буль-буль-буль сюда. Буль-буль-буль. И дальше поставим. Морковка есть маленькая. Сейчас мы нарежем чуть-чуть. Ну, много не стал бы.
Морковка долго варится. Ой, пусть она кипит. Так, ну все, думаю, можно снимать, уже готово, скажем. Что у нас тут получилось? Ой, какой жирненький, ребята, посмотрите, прелесть какая. Мяско, картошечка. Во. Сейчас наедимся. Горяченького. Сегодня ребята вообще ничего не кушал еще. Сейчас хоть первый раз поем за целый день. Еще такую вкусняшку. Не знаю, должно мясо свариться.